Здравствуйте. На 12-м канале «Час новостей» в студии Юлия Ковыршина. Главное к этому часу. Спасла быстрая реакция. В Старом Кировске бетонный столб едва не придавил иномарку. Больше 200 возгораний за первые длинные выходные, а мечи массово нарушают противопожарный режим. Святой бессмертный полк. Мы бы очень хотели, чтобы не было моды на участие в бессмертном полку. Мы бы очень хотели, чтобы святое осталось святым. Где и во сколько начнется формирование колонны бессмертного полка в Омске и о чем просят участников организаторы шествия? Омский симфонический выступит в Мариинке. Мы можем приехать и в Петербург, да. Было бы интересно самим музыкантам. Когда омские музыканты отправятся покорять северную столицу? И невероятная стойкость и сила духа. Мой стиль – это стиль бескомпромиссный и жесткий. Я себя не жалею, не жалею соперников. А меч Александр Шлеменко в главном поединке бойцовского вечера в Челябинске одолел бразильца. В Омске на проезжую часть на улице Мельничной упал столб. Сейчас его убирают с дороги. Инцидент произошел в Старом Кировске. Бетонная конструкция задела проезжавшую мимо иномарку. Водитель успел заметить, что столб падает, и нажал на педаль газа. Благодаря этому удар пришелся на кузов автомобиля. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия приехали сотрудники одного из интернет-операторов, чтобы восстановить коммуникации. Однако, с их слов, они отвечают лишь за провода, кто и как устанавливал столб раньше, не знают. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Весь этот день прилеты и вылеты в Омском аэропорту идут с большим опозданием. Корректировки в расписание пришлось внести в связи с трагедией в московском Шереметьево. Утром 3 рейса в наш город задержали, еще один самолет и вовсе отменили. Накануне вечером в аэропорту Шереметьево сгорел авиалайнер «Сухой Суперджет» компании «Аэрофлот». По данным Следственного комитета, из 78 человек, находившихся в самолете, выжили 37. Четверо из них – члены экипажа, 5 человек госпитализированы. На месте ЧП продолжают работать следователи, а рейсы из Шереметьево пока выполняются с большими задержками. Александр Бурков выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при авиакрушении в Шереметьеве. Губернатор от имени всех жителей региона направил телеграммы главам Мурманской и Московской областей. Цитирую. В Омской области разделяют скорбь, искренне сочувствуют всем, кто потерял в этой трагедии родных и близких. А мечи желают им мужественно и стойко перенести горе от невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Конец цитаты. К другим темам. Синоптики прогнозируют в эти дни до плюс 29. Вся неделя обещает быть жаркой и сухой. Во вторник и среду воздух в Омске прогреется почти до 30 градусов со знаком плюс, но при этом сохранится сильный ветер. Между тем, из-за того, что в городе установилась жаркая погода, начали отключать отопление. Распоряжение об этом подписали сегодня. Среднесуточная температура сейчас превышает плюс 8 градусов. Теперь отопительный сезон официально закончен. Он продлился 224 дня, на 19 меньше, чем прошлый. Отключать дома от центрального теплоснабжения будут постепенно. Параллельно специалисты начнут подготовку к следующей зиме, приведут в порядок оборудование и тепловые сети. На время ремонта коммуникации мечи останутся без горячей воды. Первые отключения пройдут уже на этой неделе. Тем временем омские спасатели бьют тревогу. За майские праздники в области произошло больше 200 возгораний. И это при том, что в регионе введен особый противопожарный режим, но люди его нарушают. До 9 июня строго запрещено разводить костры, а также сжечь сухую траву. Так, в Ленинском округе сухостой полыхал на площади 8 тысяч квадратных метров. На улице Камышовой огонь едва не перекинулся на автомастерскую. А в 14-м военном городке под угрозой был весь частный сектор.
центр, пламя вплотную приблизилось к строениям. К счастью, спасатели сумели не допустить трагедии. Никто не пострадал. Напомню, что за нарушение режима грозят штрафы до 4000 рублей частным лицам, до 40 тысяч предпринимателям и до 200 тысяч юридическим лицам. Новые служебные авто за активную работу с населением. Александр Бурков сегодня вручил ключи от машин руководителям районов и сельских поселений в качестве поощрения за эффективную работу муниципалитетов. В числе лучших – Сидельниковский, Оконечниковский, Тарский, Саргатский и Горьковский районы, а также Воронцовское и Еремеевское поселения в Полтавском районе, Алексеевское и Пролетарское в Любинском. На селе техника всегда востребована. Я желаю, чтобы эта техника вам позволила улучшить показатели вашей работы, да, реализовать все те планы, которые вы ставили перед собой вместе с главами муниципальных районов, вместе с общественностью, вместе с депутатами. Действительно, проблема транспорта в сельской местности очень сложна. Тот парк, который находился, он довольно износился уже практически на 100%, ремонту не подлежит. Это заслуга, я считаю, что всего в целом поселения нашего, всех тех служб, всех тех людей, которые работают, оказывают какую-то деятельность на территории нашего поселения. Губернатор заверил, что правительство региона будет и дальше укреплять материальную базу районов и отдаленных сел. Боец смешанного стиля Александр Шлеменко продолжает принимать поздравления. Омский «Шторм» ярко победил на турнире в Челябинске. Противостояние получилось нервным, однако Амич в присущей ему манере выстоял и дал серьезный отпор бразильцу. Ольга Колесника о горячем бою на ледовой арене. Весь сегодняшний день в Челябинске дул очень сильный ветер. В городе в течение дня было объявлено штормовое предупреждение. Но буквально за полчаса до начала бойцовского вечера все страсти перемещаются в ледовую арену «Трактор». Именно здесь буквально через считанные минуты начнет свое выступление омский боец Александр «Шторм» Шлеменко. Сейчас мы внутри ледовой арены «Трактор». Здесь довольно-таки эмоционально. Все в ожидании главного боя вечера. Совсем скоро в клетку выйдет Александр Шлеменко. Но мы тоже ждем этого с нетерпением. На арене децибелы зашкаливают. А вот в раздевалке Шлеменко в ушах звенит от тишины. Концентрация стопроцентная. У бойца с Челябинском плохие ассоциации. В свой прошлый приезд в этот город он проиграл техническим нокаутом бразильцу Бруно Сильви. Желание реабилитироваться перед местной публикой и своими болельщиками у Шлеменко невероятное. Позже в интервью он скажет, что перед этим боем волновался даже сильнее, чем перед своим первым профессиональным спаррингом. Бразилец заряжен и горит желанием одолеть Шлеменко. «Шторм» сверлит взглядом соперника и старается сохранять спокойствие. Рефери дает команду, и самый валидольный раунд, по мнению комментаторов и экспертов, начинается. Андраде бросается на Шлеменко с кулаками. «Шторм» вынужден защищаться. На встречу слева попадает Андраде. Да, остановился Александр, пошел вперед. Мне кажется немного, что Андраде чуть вымахался, вы правильно сказали. Этого и ждал Шлеменко. То, что бразилец вымахался в первом же раунде на руку омскому бойцу. Манера ведения поединка у «Шторма» такова, что он выматывает соперников. Выносливости и сил хватает не у многих, чтобы выдержать набирающего обороты к каждому раунду «Шторма». Ну и сможет ли Александр закончить бой досрочно? Вот здесь. Да, Александр показывает, вставая в стойку. Там не было попадания в Андраде, просто он уже падает обессиленный. Но Александр все правильно делает, он не лезет в партер, где, так сказать, есть время передохнуть для Андраде. Темпа навязанного бразильцу он не выдерживает. И через 3 минуты 37 секунд третьего раунда нокаут. Пускает тяжеленный удар, все! Да, это нокаут. Господа, на 3 минуте 37 секунде третьего раунда победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко! Я профессионал, у меня больше 60 профессиональных боев. Я чувствую, что происходит в бою. Мой стиль – это стиль бескомпромиссный и жесткий. Я себя не жалею соперника, вы все это видите. Я мог отбегать, отпрыгать, оттыкать ему лоу-киков, оттыкать ему джебов, перевести его в партер.
Ну что, вам бы понравился такой бой? Я думаю, нет. Почти полчаса не отпускали журналисты Шлеменко. И главный вопрос, удовлетворен ли он теперь своим визитом в Челябинск. Я переживал здесь не по-детски. Как будто у меня первый бой, а не больше 60 профессиональных боев. Почему? Потому что тоже все хорошо, чувствую себя отлично. Год назад выхожу, непонятно, что происходит. Вообще такого быть не должно было, понимаете? Я переигрывал его во всех моментах, потом бам, словил. И рефери мне не дал даже шанса реабилитироваться. Здесь, слава богу, спасибо еще раз рефери, что он... Наверное, более опытный, он дал мне шанс реабилитироваться. Все-таки я профессионал, он, наверное, знает, сколько я выступаю. И все мы видели, все нормально. А говорю, город очень тяжелый. У вас такой, чтобы выиграть здесь, ну это надо очень сильно постараться. Ну а уже на следующий день в Омске Шлеменко встречали его родные и друзья. На перроне железнодорожного вокзала собралось около 100 человек. Ольга Колесник, Вячеслав Шишмаренков. Специально для 12 канала из Челябинска. Поздравил Александр Шлеменко с победой губернатор Александр Бурков. Цитирую. Поздравляю Александра с победой в юбилейном 70-м турнире в его карьере. В этом непростом поединке мы увидели настоящий бойцовский характер, отличную подготовку и самообладание Александра. Уверенной победы над бразильцем Вискарди Андраде Шторм доказал, что остается одним из мировых лидеров смешанных единоборств и примером для подражания. Триумф Александра в Челябинске всем его болельщикам подарил очередной повод для гордости за российский спорт. Пусть этот успех станет мощным стимулом для Александра и воодушевит его на покорение новых бойцовских вершин. Конец цитаты. Автомобилистам стоит заранее продумать объездные пути. В День Победы в Омске ограничат движение сразу на нескольких магистралях. Перекрывает центр города начнут уже завтра из-за репетиции парада. Тренировка торжественного построения Омского гарнизона пройдет с 19:30 и до полуночи. Ну а 9 мая центр закроют с 8 утра и до 16 часов. Это связано и с проведением парада, и с шествием бессмертного полка. На формирование колонны в Омске потратят около 2 часов. Сбор назначен на 11 утра. У библиотеки имени Пушкина на Красном пути вплоть до улицы Волочаевской. Эту территорию оградят, так что все пришедшие должны будут пройти через специальные рамки металлоискателей. Этого требуют правила безопасности. Само шествие, предположительно, начнется около часа дня, как только Соборную площадь покинет военная техника. Это победа, это радость. Но вместе с тем я бы хотела напомнить о том, что это еще и такая сдержанная, глубокая печаль. Мы знаем, что стоила нам эта победа. 27 миллионов, каждый второй из Омской области. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы и эта позиция штаба не превращать бессмертный полк в Первомай. Мы бы очень хотели, чтобы... не было моды на участие в бессмертном полку. Мы бы очень хотели, чтобы святое осталось святым. Организаторы ожидают, что в этом году в бессмертном полку пройдут около 70 тысяч мечей. Еще 140 тысяч жителей региона поддержат акцию в районах области. По традиции, участие в памятном шествии примут люди с ограничениями по здоровью. В Омске их уже около сотни, в том числе инвалиды-колясочники. Их будут сопровождать волонтеры. Для всех людей мы подготовили определенное сопровождение волонтерское, которое требуется для той или иной категории. Более того, наши волонтеры обучены и языку жестов, чтобы мочь в случае необходимости оказать помощь слабослышащему и немым, так скажем, да, гражданам, которые обладают такой степенью ограничения. Ну и помимо этого, сегодня все люди на колясках будут сопровождены специализированным транспортом. В Омске запускают эко-такси, воспользоваться которым могут те, кто заботится об экологии и сортирует мусор дома или в офисе. Им предлагают заказать специальную грузовую машину, которая приедет в течение 3 дней и заберет накопленное на переработку. Вывоз макулатуры от 100 килограммов или пластика от 30 килограммов организуют бесплатно. За большие объемы придется заплатить от 200 до 600 рублей. Также сдавать можно алюминий, стекло и алюминий.
одежду в хорошем состоянии. Эко-такси – инициатива организаторов проекта «Мобильный прием» вторсырья. Его участники сняли специальный видеоролик, где объясняют, какие виды мусора принимают на переработку и как правильно сортировать отходы. Стекло. Есть бутылки, есть банки. Бутылки сортируем по цвету. И банки – это отдельный пакет. Когда все это сразу рассортировано по пакетам, это очень удобно. Это, опять же, экономит время сортировки волонтеров. Организаторы надеются, что эко-такси станет популярным, тогда они смогут снизить стоимость его заказа. Вызвать машину можно через группу ВКонтакте «Мобильный прием вторсырья в Омске» или по телефону, указанному на экране. Заявки принимаются в будни с 9 до 19 часов. Добавлю, что сейчас в России к переработке пригодно больше половины всего имеющегося мусора, но перерабатываются всего 4% отходов. Три новые казармы в 242-м учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию этой осенью. Об этом стало известно в ходе визита в Омск первого замминистра обороны страны Руслана Цаликова. Федеральный чиновник обсудил с Александром Бурковым условия жизни военнослужащих. В частности, речь шла о строительстве новых казарм. Работы завершатся в сентябре этого года. К 2020-му в учебном центре построят новый медпункт и спортивно-тренировочный комплекс. Проинспектировал Руслан Цаликов и старейший военный госпиталь. По мнению чиновника, нужно провести ремонт и реконструкцию фондов учреждения, чтобы улучшить медобслуживание военнослужащих. Омский симфонический оркестр выступит на сцене Мариинского театра. Об этом глава региона Александр Бурков договорился с Валерием Георгиевым. Всемирно известный оркестр Мариинки под руководством маэстро в Омске дал два концерта в рамках 18-го Московского пасхального фестиваля. Программу посвятили 175-летию Римского-Корсакова и 180-летию Мусоргского. Перед выступлением Валерий Георгиев пообщался с Александром Бурковым. Встреча длилась 1,5 часа и оказалась продуктивной. А глава региона предложил включить выступление Омского академического симфонического оркестра в абонемент Мариинского театра. Мне кажется, что если он здесь сейчас. Хотелось бы на самом деле, как сказать, расширить практику, да, наших отношений. Попросить, может быть, вас оценить все-таки вот уровень нашего оркестра. Нельзя ли вот рассмотреть возможность проведения концерта нашего оркестра под вашим руководством? Да, чтобы мы можем услышали, пригласить, да, в Петербург. Мы можем приехать и в Петербург, да. Было бы интересно самим музыкантам. Валерию Георгиеву эта идея понравилась. Когда именно Омский симфонический оркестр выступит на сцене Мариинского театра, пока обсуждается. График Мариинки расписан на 3 года вперед. Несмотря на это, Георгиев пообещал найти время для омских артистов. Возможно, уже в следующем сезоне. Мы с удовольствием приняли бы еще раз оркестр отсюда, из Омска. У нас, в нашем концертном зале, мы располагаем очень сильной группой певцов. У нас сильные инструменталисты, мы делаем программы, которые привлекают к выступлениям в России многих знаменитых зарубежных музыкантов. Кто-то из них мог бы пролететь и выступить в том же, если хотите, гастрольном турне, не только в Санкт-Петербурге и в Москве, но и в Омске. Разговор был полезным, и, наверное, вы в ближайшие 2-3 года увидите какие-то позитивные результаты именно по следам такого общения. И смотрите в нашем итоговом выпуске сегодня в 19:30. Отныне без грифа «секретно». Успехи и промахи Красной Армии. Допросы пленных карателей. Ликвидировал лично более 200 человек. И он вел дневники и записи, в которых цинично и скрупулезно учитывал все свои жертвы. К 75-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в управлении ФСБ по Омской области рассекретили уникальные архивные документы. Материалы помогут историкам по-новому взглянуть на оборону полуострова и наступательную операцию, которая завершилась 12 мая 44-го разгромом немецких войск. Как бесценные документы попали в Омск и где можно с ними ознакомиться, узнал Денис Жарков.
Еле заметная точка на полотне, которая меняет весь смысл изображения. В музее имени Врубеля выставка уникальных картин. Такими их сделал известный во всем мире омский левша Анатолий Каненко. Погрузиться в рай предлагают художники пришедшим. Именно так называется эта картина. Ее размеры 1,80 м на 1 м. На первый взгляд детали все крупные, однако, чтобы увидеть главное, нужна лупа. Омский микроминиатюрист поместил в картины скрытые замыслы. Как их разгадать? Изображение с невероятными визуальными иллюзиями увидела Юлия Думанова. Впереди прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Согласно опросу россиян, достойная жизнь включает в себя собственное жилье, современную бытовую технику, личные автомобили и возможность путешествовать по миру. Апрельские исследования опубликовал финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Эти данные подтверждают и эксперты кредитных организаций. Банк «Восточный» поможет любому омичу воплотить в жизнь его мечту. Как? Подробности в нашем материале. В ближайшие 5 лет омичи рассчитывают получать в среднем 66 тысяч рублей. Таковы исследования финансового университета при правительстве Российской Федерации. Но это в планах, а как жить сейчас? Квартира в собственности, личный транспорт, возможность повидать мир – это основные ценности для жителей страны, согласно апрельскому опросу экспертов. Банк «Восточный» уже сейчас может помочь в приобретении жилья, машины или же заграничного турне. Собственный автомобиль, бытовая техника, путешествия. Частые запросы от наших клиентов, которые приходят в Банк «Восточный» за кредит. Иногда они хотят не что-то одно из списка, а все сразу. Мы одобряем и такие желания. Скупой, как известно, платит дважды, поэтому в банке рекомендуют не экономить на своих желаниях. И для этого готовы предоставить необходимую сумму. В Банке «Восточный» можно оформить до 1 миллиона рублей наличными с процентной ставкой 9,9% годовых. Погашать такой кредит можно до 36 месяцев, что делает ежемесячный платеж комфортным для клиента. Соответствовать стандартам качественной жизни несложно. Главное здесь выбрать комфортные для себя условия в надежном и проверенном банке. Никита Смирнов, Сергей Гаев, 12 канал. И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Сивкова МБ». Выставка продажи теплиц в Омске. Парковка «Кит интерьера» и «Континента». Телефон 50-50-23. Завтра, 7 мая, в Омске и области переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью плюс 11, плюс 14. В дневные часы до плюс 26. В Омске ночью 13-15 градусов тепла. Днем термометры покажут плюс 27. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка-продажа теплицы в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка и хранение бесплатно. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Итоги этого дня подведем в 19:30. Увидимся.